Panasonic RX-DT55, сделана в 91 году в Японии. Давайте посмотрим на нее поближе. Четыре динамика, по два с каждой стороны, 50 ватт заявленной мощности. Две кассетные деки с автореверсом, с поиском по паузам, цифровой тюнер, ну и компакт-диск, который вот играет в данный момент. Магнитолка симпатичная. Имеет такой классический дизайн начала 90-х. Мощная, тяжелая такая, солидная. Панель управления находится вверху. Большое количество всевозможных кнопочек, рычажков, регулятор громкости, полное управление. Пульта, возможно. Играет достаточно громко. Переключимся на кассетку. Паузам. Если видите, вот здесь такая гордая надпись красуется, Panasonic. Подключений сзади никаких, в общем-то, нету. Ну, стандартные наушники, микрофон и выход с компакт-диска, возможно, на дополнительный усилитель. Аппарат напичкан функциями для перезаписи кассет, с кассеты на кассету, с диска на кассету. Можно выбирать длину кассеты, можно выбирать скорость перезаписи с кассеты на кассету.
Кто этим будет заниматься сейчас, это уже другой вопрос. Есть таймеры сна, есть кнопка отключения звука кнопок, вот этот вот бип, так называемый. Ну вот, вот как-то так диск у нас загружается сюда фронтально. Читает записанные диски, перезаписанные диски. Такой вот аппаратик. В общем-то, все мне нравится в нем. И пульт к нему интересненький, с которого можно все управлять. Наверное, один небольшой минус я бы все-таки бы назвал. На мой вкус немножко не хватает низких частот. Хотя, если магнитола стоит на полу, то звучок как бы улучшается. Я думаю, на те годы это был вполне себе такой приличный аппарат, который заменял многими музыкальный центр и стойку с аппаратурой, на которую далеко не у всех тогда деньги-то были.